Ну вот и приехали. Здесь очень красивое место. Я рад, что тебе понравилось. Хорошо, что приехали. Пошли. Идем. Правда, здесь очень красиво. Я просто в восторге. Ты раньше приезжала сюда? Когда я была маленькой, у нас был домик в этом районе. Папа собственными руками его построил. Я почти не помню этих моментов. А когда папа умер, мы были вынуждены продать этот дом. С тех пор я сюда не приезжала. Добро пожаловать. Что будете заказывать? Спасибо. Мы хотим ваш фирменный смешанный завтрак. Аслы, а ты как хочешь сделать омлет? Я люблю с сыром. Я тоже. Смотри, еще кое-что общее. Правда, я знал это. Откуда? Твоя мама сказала. Ты разговаривал с моей мамой про меня? Да, мы всегда тебя обсуждаем. Как это? Успокойся, я пошутил. Как-то я попросил твою маму сделать мне омлет. Она сказала, что ты тоже его любишь. Простите. Два омлета с сыром и два чая. Хорошо. Что-нибудь еще будешь? Нет. Спасибо. Я забыл про него. Получилось некрасиво. Знаешь, со мной тоже такое часто бывает. Вчера я ждала 10 минут, пока одна пара решит, что заказать. Они просто забыли обо мне, а я стояла и смотрела. То есть мы не настолько плохие, да? Ну да. Я просто умираю от голода. Я тоже очень проголодалась. Слушай, если тебе здесь понравилось, мы можем чаще сюда приезжать. Бурак, это первый и последний раз. Неправильно, даже если мы приезжаем сюда в качестве друзей. Мне и так неловко. Ты ставишь меня в очень неудобное положение. Если моя мама увидит нас вместе, то просто убьет меня. Она даже дома мне постоянно об этом напоминает. Постоянно говорит мне: дочка, у них есть сын. Поэтому, если она узнает, убьет меня. Ты ведешь себя так из-за мамы? И из-за этого тоже. А еще из-за чего? Бурак, хватит постоянно спрашивать. Слушай. Из-за меня маме никогда не говорили плохих слов. Я и так по 100 раз проверяю, нет ли кого на кухне. Чтобы меня не увидели, туда даже трудно зайти. Ты понимаешь меня? Мы не хотим терять работу. Если с первых дней о нас начнут сплетничать, это будет ужасно. То, о чем ты даже не задумываешься, влияет на меня. Я понял. Извини, я даже не думал об этом. Теперь я буду осторожнее, обещаю. Я даю тебе слово. Да. Извини. Хорошо. Ну, раз мы сейчас уже здесь, давай насладимся моментом. Давай. Thank you.
тебе все еще некомфортно дома? Не смогла привыкнуть? Мы были в трудном положении. Спасибо твоей семье, что впустили нас, иначе я не знаю, что бы мы делали. Я не могу жаловаться. Но нам надо как можно скорее переехать. Зачем это нужно? По-моему, все вполне неплохо. Мама очень беспокоится, да и я постоянно беспокоюсь. Если она услышит о том, что мы с тобой знакомы, и я ей соврала, клянусь, она разозлится. Она и минуты в этом доме не задержится. Мама значит для меня все, понимаешь? Поэтому она ни в коем случае не должна узнать о том, что мы пережили. Я понял. Я поэтому и пообещал тебе быть более осторожней. Ты же знаешь, я буду осторожен. Да. Ладно, как идет подготовка к турниру? Но пока что рано об этом говорить. Без тебя я не смог. Не знаю, что сделает Тургут, если я не справлюсь. Он такой странный, постоянно следит за мной и докладывает отцу. А ты сегодня не работаешь? Сегодня у меня выходной. Правда, Тургут об этом не знает. А если он позвонит твоему отцу, когда не увидит тебя на работе? Это точно. Твой отец очень разозлится на тебя. Поэтому давай не будем об этом, хорошо? Лучше сменим тему. Хорошо. О чем тогда поговорим? Ну, например, расскажи, как ты впервые поняла, что я тебе нравлюсь. Бурак! Хорошо, тогда я расскажу. Ты сейчас, наверное, ждешь, как сумасшедшая, что я тебе расскажу? Нет. Вообще нет. Вообще? То есть тебе вообще не интересно? Даже вот чуть-чуть? Даже чуть-чуть. Какая же ты нелюбопытная. Мне не интересны чужие мысли. А, ты про это. Ты до сих пор не веришь, что нравишься мне? Нет, не верю. Да, все верно, ты мне не нравишься. Потому что я чувствую нечто большее. Я наелась. Может быть, пойдем уже? Если ты не веришь в мои чувства, почему так боишься меня? Да, я тоже наелся. У нас еще много дел. Может быть, уже вернемся? Возражения не принимаются, ладно? Бурак, что ты делаешь? Кричи, кричи давай, кричи. Кричи еще громче, чтобы нас заметили. Бурак, мы опозоримся. Пусти меня. Мы опозоримся. Я с детства на них не каталась. Сядем? Что случилось? Недавно ты говорила, давай уйдем отсюда. Раз уж мы здесь, тогда давай покатаемся. Ну, молодец. Ты слушаешь меня. Сразу не зазнавайся. Ну, хорошо, хорошо. Не буду. Тогда садимся. Ты сейчас серьезно? Ослы, я не буду на этом кататься. Извините, господин Бурак. Вы же к яхтам привыкли. Да я не из-за этого говорю. Почему тогда? Ну ладно, пойдем. Ура! Идем. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...